Мечты сбываются. Во время прямого эфира с Владимиром Ружицким в редакцию телеканала ЛРТ дозвонился 11-летний Кирилл Петров. Мальчик попросил установить во дворе дома 384 по Октябрьскому проспекту детскую спортивную площадку. Просьбу юного либерчанина исполнили в течение 2 недель. На спортивной площадке я занимаюсь каждый день. Я люблю спорт, и это мой любимый тренажер. Он нравится мне тем, что он качает мускулатуру. Теперь занятия спортом на свежем воздухе стали доступнее. Каждый день вместе с друзьями Кирилл проводит здесь все свободное время. Упражняется на тренажерах, выполняет невероятные трюки на турниках и играет на детской площадке. О такой спортивной и развлекательной зоне около дома Кирилл мечтал давно. До этого здесь была старая площадка с изношенными элементами. Когда ее наконец-то демонтировали и приступили к строительству новой, работа почему-то остановилась. Чтобы решить эту проблему, мальчик позвонил главе округа Владимиру Ружицкому во время прямого эфира на телеканале ЛРТ. Разговор у нас прошел хорошо, мне было не страшно. Решение было с помощью мамы. Она разрешила мне позвонить и уговорила, чтобы я сказал ему, чтобы нам построили эту детскую площадку. Новой площадке радуются не только дети, но и их родители. Молодые мамы, например, спокойны за безопасность своих малышей. Нам очень нравится площадка, мы сюда приходим почти каждый день. Здесь есть удар поглощающее покрытие, что очень важно для маленьких детей. А дети, в свою очередь, наслаждаются играми на площадке. Теперь ради того, чтобы покататься на каруселях, не надо идти в соседний двор. Спасибо большое, Владимир Петрович, что вы нам сделали такую хорошую детскую площадку. Луиза Егазарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.